балансе находится 218 912 рублей. На долларовом кошельке 112 тысяч. Итак, давайте посмотрим. За последние 30 дней, обратите внимание, не рублей, не долларов, а именно евро. Это европейская компания, и, как вы понимаете, сейчас зарабатывать в валюте очень и очень выгодно. А теперь давайте посмотрим отчет за последние 30 дней. Как вы видите, вот перед вами живая таблица за последние 30 дней моего заработка. Вот, и начиная с 5 января по сегодняшний день, по 3 февраля, как вы видите, декабря у нас вышло 509 361 рубль. То есть если мы будет 100, и всего прибыль за это время 24 750 рублей. Очень низкая, пока вы видите таймер. Советую вам действительно приобрести данный курс, потому что, вот, честно, это работает. Другие способы, волшебные программы или вещи, где там ничего не нужно делать и нажать только на кнопку «получать бабло», я вам с гарантией 100% даю, что они не работают.